Ну что, пошли посмотрим. Что-то оделась. Ну давай, что? Это, вот смотри. Угадай, что за девочка. И тогда поздравляет свою мать. Не знаю. А эта девочка, это дочь Елены Головиной. Да ты что? Да, вот. Ее, фу, как была, страничка в социальной сети. Да ты залез туда. Ну, конечно, да. Знаете ж... Чемпионство, как говорится, не пропьешь. Ух, там, кстати, Денис Николаев подставляет мне такие шпионские... Все, я пошла... Нет, подожди, еще, ну что, будешь брать в школу? Ну да, ну это самое, как это, как, ну как вот называется это? Репетиторство. Репетиторство будешь заниматься? С кем я буду? Ну, с этой девочкой, с дочерью. А она что, предлагает? Ну, может предложить. А, может. Если она, если я нужна, она сама мне найдет. Ну, вот так вот.